вот так вот наговорил, что я соберу миллионы зрителей, что я буду пиздатым, я всех обгоню, у меня будет 10 миллионов подписчиков на Twitch. На следующий день после этого интервью Вадя идет и рассказывает все это своему другу, чтобы тот записал на меня ролик. Вот это разоблачение про накрутку, что у меня сотни тысяч накрученных. Он просто пошел и рассказал это. То, что я ему рассказал по-дружески, он пересказал просто тому типу, и тот тип записал ролик. Вот вся история, прикинь. И типа как? Как же это злобно? Типа мы были друзьями, и ты на меня обиделся, потому что у меня амбиции, потому что я сказал, что я там пиздатый, добьюсь миллионов подписчиков, и тебя это задело, блядь. Задело, что я радовался, восхищался своим онлайном огромным. Тебя это задело, и ты пошел рассказать мой...